сказочно завершили сезон по имби. Отловились великолепно. Нашли новое место. Солнце, прекрасная погода. Все очень классно. Главное, чтобы Толик сейчас еще удачно перешел вброд. Ну, на это мы сейчас посмотрим. Дед Мазай и Зайц. Туда свои сапоги не выдержал. Бросил. Ну что, главное пробраться. Мне кажется, что вот там мелко. Вот там мелко, мне кажется. Где? Вот там. Толик! Толик, мы нашли это место. Давай, нырни. Ну зачем ты на камеру ругаешься, да? Анатолий, Анатолий. Не выставить тебя на YouTube с твоим подходом. Держи свою саху. Ой-ой-ой. Сюда. Вот где надо лазить. Ну да. Братушка, смотри какая. Сейчас по камешкам. И мы на том берегу. Ну что? Только не нырни, Анатолий. Экстремал. Мастер Йода. Да иди, я брошу. Ты бросишь. Только осторожно, камень там. Орыть. Ну да. Экстремальненько. Я тебе могу штаны бросить. Почему? Ха-ха! Перебрался! Ну что, Толик, готовь штаны, сейчас брошу. Сейчас будет Толик маневрировать. Экстремальное путешествие. Лови, я туда ее брошу. Палочка переброшена. Толика сапоги прилетели. Ну и теперь... Самое интересное. Анатолий. Мастер Йода. Только аккуратно иди. Главное, не запнись. Там камни. Бинго, а ты говорил. А что ты сапоги не одел? Догадайся. Снимай портки. Ну что,
что перебрались. Следующее испытание. Толик уже перебежал. Бандит. Ну где Толик перешел, там я перейду. Смешной ручеек. Надеюсь, он не глубокий. Отлично. Пролезли. Ну, и перейдем на этот островок, на место лова. Лова, лова, лова. Вот мы и добрались до места. Народу как на демонстрации все равно. Речка наша. Ловить буду на 7-метровую маховую удочку. Течение сильное, поэтому поплавок 14 грамм. Наживка опарыш. А вот на мормышку или простой крючок клевать будет лучше. Сначала поставил мормышку. Заметил, что ловят хорошо те рыбаки, которые забрасывают оснастку на стремнину. Важно найти глубину и определить фарватер. Вскоре определил, где стоит рыба, но почти поймал. Ты можешь крутить. Я памфлет. Памфлет. Толик, как обычно, нырнул. Прям традиция какая-то. Жалко, что я три камеры не утопил. Демоны. Тем временем Толик поймал рыбу. Надо было и мне что-то решать. Анатолий, ты ли это? Это не факт. Конечно, не факт. Еще далеко не факт. Давай я ее сниму здесь. Сфотографирую. Рыба ли это? Два схода рыбы, возможно, показывают, что крючок на мормышке слишком маленький. И я повесил просто крючок. Убрал мормышку. Попробую просто крючок. Такая вот незатейливая снасть. Все ловят, а что, и нет надо? Результата долго ждать не пришлось. Ну, наконец-то поймал рыбёху. Красавица. Какая черная, шершавая. Да.
Есть. Вимбас. Согласен. Это вторая, не считается, которая. Ну, какая красавица. Поплыли. Давай сделай красиво. Подряд пойманные рыбы, и начались проблемы. Туда ко мне. Нет, к вам я никак. Что ты, бомбу поставил? И... И успешно справившись с ними, нормально, нормально, это всего третья. Удочка в дугу. Вимбасик. Это такой уже достойный экземпляр. Анатолий, это достойный уже, смотри какой. Рыбеха такая. Да, красавица. Через какое-то время опять. Я поймал себя за рукав. Не одевайте синтетические куртки на рыбалку. Как обычно. Приходилось играть наживкой. Четвертый вариант. Какая красавица. Давай, красивенько, махни хвостик. Ай, на струю не надо, не надо на струю. Да, как я тебе выведу, скажи мне. Сколько ты рыб поймал сегодня? Русский, не русский. 4 схода. А у меня это 5-й есть.
Вот это красавчик. Вот это уже. Жаль, я весы не взял. Толик. Тут, наверное, уже под килошку. Вот это монстр. Давай, красиво уйди. Не так красиво, конечно. Поклевывает очень-очень аккуратно. Еще и поплавок сломался. Сейчас бросаю все время струю ровно, пытаюсь поплавок придерживать. Она, опа, есть. Хороший. Хороший же перчик. Вот на струе держал и поймал. Но это совсем маленький. Ну, какая черная, красивая. Угу. Ну что? Очень важно еще угадать с глубиной. Я ее вроде бы нашел. Поэтому поклевывает исправно. И по струе спускаю. Придерживаю. И идут поклевки. Потихонечку полавливаю. Поплавочек сломался. Недолго он прожил. Две рыбалки. Глубину я нашел вот как раз здесь. Основание поплавка. Это глубина, которая у меня уловистая. У Толика дела шли хорошо. Анатолий, ты ли это? Ты как-то обходными путями ловишь. Давай уже тащи, у тебя там шнур. Что ты сиськи мнешь? Это что-то катушка вертался, мне видно это сразу. У меня красивые очки у тебя. Ну это понятно. Грамм 200. И такое бывало. Хорошенькая удочка. Ну и чё, даже подниматься не будем? Сорвалась. Ну, есть. Повтор. Что ж такое-то? Сейчас стал ловить между двух струй. Получается, струя у берега, струя посередине, а я вот здесь пробую. Еще есть нюанс, что она все время цепляет за дно. И непонятно, поклевка это или цепляет. Попалась.
один бочек. Вот какая красавица. Темненькая. Пошкрябанная по камням. Вот это слон. Ух, какая красивая. Ой. Может, течение хочешь плыть? Ну давай хвостом верни, золотая рыба. Под вечер какая-то мошкара полетела и вимбас активизировался. Ну, еще одна юбилейная, 10-я. Ловкач. Ух. Давай, красивенько. Толик, даю тебе шанс. 3 минуты. Поплавок мой окончательно сломался. Поэтому... Есть вимбас. Ох. Сошел. Есть вимбас. Последний и домой. Вот, есть. Ну, можем еще остаться. Ты же знаешь, мы гибкие рыбаки. Мы, ребята, гибкие рыбаки. Куда ты, родная? Тебе в глаз. Так, где твой плак? А. Какая-то активность опять. Две подряд. А?
Почему? А? Почему? Ну так и пусть плывет. Пусть еще больше станет. Пусть живет рыбеха. Стремненько, не надо. Ну, давай. Плыви. Ну что ты? Точно по последней. Эх. Есть сразу на свеженького. Куда ты? Вот она вимбасик. Последний в этом году вимбасик. Ну, теперь только через год встретимся в вимбасике. Это я не прав был. Я ее не очень хорошо поймал. Есть, все, это точно последний. Да. Ну, нельзя же так оставлять, правильно? На полуслове. Последний заброс. О, блин, а. Все. Кирдык, Анатолий. Собираюсь, ты пока еще полови. Рыбалку закончили на этом месте. Очень даже неплохо получилось. Обратная дорога через переправу до машины. Не думайте, что обратная дорога была скучна. Толик втопил по бездорожью. Преодолел полосу препятствий. Ну, я на берегу.
Пока, Анатолий. Вот так мы и перебираемся на другую сторону за рыбой. Барабанная дробь. Толик, елки иголки. Подожди ты. Перебрались на тот берег. Рыбаки. Ради рыбы готовы вплавь добираться. Это точно.